Так, всем добрый день. Вот наш очередной срубик. Сруб дома. Сруб размерами 6 на 6. Плюс 3 метра вынос. По крыше получается он 6 на 9. Ломаная мансардная крыша. Второй этаж у нас получается в частоте 4,70 на 9,5. Сруб установлен на свайно-винтовой фундамент. 20 свай. Брус обвязочный. Вот такой срубик. В стандартной комплектации, как бы вот он здесь есть, стандартная комплектация. Единственное, здесь еще черновые полы сейчас должны подвести, разгрузим. 20 свай, брус обвязочный, 6 на 6, плюс 3, высота получается 2,50-2,60, ломаная мансардная крыша с доставкой, с установкой, такой сруб, 680 тысяч. Пятая стена.